Приготовились, камера, чуть выше руки. Вот. We are the world's people. Открываем ручки. Different, yet we're the same. We believe in a dream. Это песня мира. Это песня абсолютно всех людей, детей, стариков, беременных. Это песня просто о любви. Любовь – это единственное, ради чего стоит жить, дышать, продолжать работать. Это единственный смысл жизни. И об этом говорят миллион голосов. Она называется «Million Voices». When you hear voices go, you won't be lonely. Задействованы 25 детей, их родителей, некоторые родители беременны, и это еще прекраснее, потому что это невероятно трогательно, когда есть муж и жена, внутри еще один человечек, и еще у них есть, вот, это так прекрасно. Здесь я могу быть собой, потому что это такая рок-баллада, вот, очень такая животрепещущая и с таким посылом, с посланием, я бы сказала. Это все очень подходит мне. Когда я услышала песню, я поняла, что она абсолютно моя. Я думаю, что все получится. У нас такая замечательная команда, невероятная. Вот. И я очень рада, что именно такая песня, искренняя, добрая, символичная, будет голосом России. Стоп! Снято!